Хей, hey, йога, сомышленники, мы продолжаем родить игру по названию Soma... Кома 2. Ну что, мы вернулись в полицейский участок, и теперь мы возвращаемся, с чего начали. А именно, возвращаемся в школу. До школы где-то 1,5 километра, и Дистоль упоминала, что дорога хищит безумными духами. Может, стоит позвонить ей? Серьезно. Дисоль ее зовут, я забываю. Как дела, Мина? Привет, не думаю, что я смогу добраться до школы пешком. Зачем вообще так делать? Просто использую нору. Нору? Это самый быстрый способ перемещения, как червоточины, они связывают место на большом расстоянии друг от друга. Поэтому ты можешь быстро путешествовать между ними. Звучит немного... надумано. Это действительно самая странная вещь, о которой ты слышала сегодня вечером. Чтобы безопасно перемещаться по норам, тебе понадобится призрачная масть. Ебать. Я оставила немного в сумке в полицейском участке, она находится в генераторной. А почему бы и нет? Что может пойти не так? Хёнбэй? Я тебя услышал, Хёнбэй. Янбим. Ну хотя она мертва, но навряд ли ответит. Она умерла в мясной лавке. Все произошло так внезапно. Минус один контакт. Так, окейшки, куда под... Подожди, а что? А, вон. Генераторская, да? Мне сейчас нужно побежать и по лестнице вниз сразу побежать. Не туда. Не туда. Не туда. Не туда. В уборную. Я забыл. Почему, блин, здесь от этой комнаты? Они тупанули. Нужно было аж от уборной делать. Что там у тебя? Что-то странно окружило твою сумку. Мы зовем это цепкими руками. В коме много необъяснимых явлений, мы считаем, что это подсознательная проекция. Помнишь о призрачной коробке спичек, что я тебе дала? Зажги одну спичку и подожди рядом. Подсознательная проекция кого или чего? Людей, которые считали все, то, что они сохраняют ценным. Жуть. Может, чем меньше ты знаешь, тем лучше? Так. Пламя спички рассеивается духа вокруг контейнера. Вы получили призрачную мазь. Эта штука очень едкая. Это призрачная мазь. Нанеси немного, прежде чем лезть в какую-либо нору. Она не даст... призрачным существам разорвать тебя на части. Ты можешь найти одну из нор в отделе уголовных расследований. О, так у меня спички сразу не расходуются все. То есть, подождите, я могу и рассеивать стены эти, оказывается. Это очень плохо. Так, то есть, что мы сейчас делаем? Я такого мнения, чтобы, знаете, что пойти сейчас сюда, подняться наверх, и наверх, наверх, наверх. И как раз попадем сюда. Thank you.
То есть, а почему, если я не беру, то руки все равно остаются? Это херово сделано. Но теперь я понял, что такие трупики это все, все руки. А где мне спички брать? Ну, что-то ожидаем. Видите, мне получается все равно придется лазить по комнатам таким. Как мне запоминать, что там полезное было или нет? Зараза. Я думал, я успею проскочить. Так, пока я туда не вошел, пойду сейчас налево и разморожу эту херню. А, я понял. Короче, стены оно не уничтожает. Она же сказала, что любое. Кажется, я нашла нору. Выглядит совершенно небезопасно. Вот почему ты должна использовать призрачную мазь. Постарайся найти в себе немного веры. Похоже, что-то прорыло в туннель. Он достаточно широкий, я смогу пролезть. Так, подожди, не сегодня. Нет, спасибо. Я хочу эту мазь прочесть. Что за мазь? Так, эта мазь скрывает запах вашего тела и защищает от атак расчлененных конечностей духов. Дает доступ. Так, коробка призрачных спичек. Эта спичка излучает зеленое пламя, которое отпугивает тени преследователей и цепкие руки. Так, это мы читали. Ну, вы думаете, типа записки сейчас могу в этих цепких руках найти? Мне кажется, навряд ли. Да, залезь. Погнали. Поглядим, куда она ведет. Лозы непредсказуемо корчатся, ощущая ваше присутствие. Запах мази защищает вас от них. Старшая школа Сёх. Ну, смотрите, если у нас тогда была только школа, то здесь у нас уже и полицейский участок. Не будет это класс, но как я сюда вернулась? Я ведь была в полицейском участке. Пространство в этом норах работает совсем иначе. Кто-то звонит. Шанс? Не может быть. Алло? Это Пакмина? Вы действительно тот, кто я думаю? Не соль, сказал, что я могу связаться с тобой по этому номеру. Я Шанс, мы уже встречались. Но учитель из класса Мисон... У нас не было времени для знакомства. Подумал, что нужно это исправить. Ты, наверное, уже поняла, что я не совсем школьный учитель. Никогда не встречала иностранца, который свободно говорит на корейском. В институте Сёхва есть на удивление хорошие программы изучения языков. Слушай, если только говоришь, ты способная девушка, должно быть, ты произвела на нее впечатление. Она правда так сказала? Да, а удивить ее не так и просто. Она также рассказала мне о том, что случилось с Ян Ми. Это трагедия.
Эвани в любом время... Так, звони в любое время, если понадобится помощь, даже если захочешь улучшить английский. Не думаю, что апокалипсис – лучшее время, чтобы улучшить мой английский. Эффективное общение может помочь в любой ситуации. А пока, думаю, нам нужно встретиться в больнице Сёхва, лично. Больница, видите, больница, все говорят, а больница, больница. Мой проездной должен быть здесь. Могу поклясться, что оставил его в своей партии. Одни страхом. Враги окружили Пусан. Моя семья оказалась в ловушке. Бесполезное чувство надвигающей гибели нависает над нами. В течение ближайших недель мы часто ютились в мрачной тишине возле радио. Мы отчаянно нуждались в какой-либо новостях о бушующей борьбе вокруг города. Я узнал, что Сухо разместили по периметру Пасана с другими силами РК под американским командованием и через местного знакомого отправила свою фотографию, чтобы поднять ему настроение. Однажды известие о высадке генерала Дугласа Маркутера в Инчоне дошло до нас. Чувство безнадежности, учитывая обстоятельства, вскоре уступило осторожному оптимизму. О, подруга наша. Забавно видеть тебя здесь, так поздно, Мина. А, не подходи! Ты бледный, как простыня. Призрака, что ли, увидел? Ты... Девчуля, не гони. Дахён? Поздновато бродить здесь одной, нет? Наверное, это просто дух. Я кое-что потеряла, думаю, оставила в классе Мисон. Это ищешь? Эй, где ты его нашла? Отдай! Руки убери. Ты стала многое забывать. Не могу сказать, что удивлена. Твоя память уже не та, что раньше. Неужто она будет... Не, навряд ли она же будет за мной догнаться. Если подумать, в последнее время мне приходится частенько разбегать твое дерьмо. Разгребать. Мне нет времени на это. К чему ты клонишь? Пора вернуть должок. Это не смешно, Дахён. Поверь мне, это тоже не в кайф. Мне. Но сейчас ты просто не та, которая была. И мне нужен кто-то. Да, кто угодно. Кто поможет понять, почему я так бешусь. А ты типа единственный кандидат. Думаю, небольшое путешествие по воспоминаниям поможет пробудить твой затуманенный разум. Ты ведь понимаешь нашу первую встречу, да? Помнишь? Мы встретились... Так, мы все внимательно рассматривали анатомию одного парня. Помнишь, что я тогда сделала? Уверена, ты сообразишь. Так. Эй, постой. Рассматривала анатомию одного парня. О чем она вообще? Логично. Короче, это, скорее всего, нам нужно попасть в медпункт. В медпункт не так уж легко будет попасть. Короче, в медпункте, как я понимаю, есть манекен же человека. Типа анатомию проверяет. Так, давайте думать сразу, куда я буду идти. Ну, направо. Может, тут что-то да изменилось. Все равно, видите, двери некоторые заколочены. Ой, там бабеха была. Ой, ладно, короче, давайте пойдем в медпункт, да и все. Тут вообще все двери закрыты.
Ну ладно, хотя бы одна открыта. Подожди, до этого ключ не подходил к двери, к дверям. Ладно, мне же лучше. Путешествие в Слеус. Я отправился в опасное путешествие в Сиус, где у меня практически ничего не было, кроме... и имени, одежды и нескольких вещей, которые я в спешке успела взять. Я почувствовал злую гордость, зная, что мои действия добавили горечи моей матери. Вот как я накажу ее за то, что она ударила меня. Мое чувство освобожденности усиливается с каждой минуты. Я полагаю на добрую волю незнакомцев, чтобы добраться ближе к месту назначения. Искусство обмана каким-то естественным образом родилось во мне. И я каждый день оттачивал его на взрослых. Ловкие пальцы никогда не позволяли мне голодать. У меня не было истинной цели, только смутное представление о воссоединении с Сухом и обретении счастья. После многих неудач я наконец-то прибыл в Сеул. Так, деволи. Сейчас будем смотреть, что я здесь могу вас сделать. Нужен мне вообще этот тоник? Ну, типа, одно хп мне все равно восстановить надо. Какого черта теперь доступны? Комната отдыха учителей. Ага, класс 3.1.3.3. Это похоже на список паролей от дверей школы Сёхва. Вы получили список паролей от классов. Памятка с кодами для защищенных... Так, паролем классов. Интересно, здесь будет работать? Ну, типа, по сути, это тоже формально херня какая-то. Да ну нафиг, она здесь. Я на что-то нашла. Призрачная спичка. Добавьте призрачную спичку в свою спичечную коробку. Не занимать ящик рюкзаки. Так, подожди. Я получил пароли именно от каких классов? 3.1. Короче, до 3.3. До класса 3.3. Короче, вот это у меня есть пароль. Кстати, тогда нужно будет исследовать. Тогда сейчас вернусь наверх и исследую те комнаты.
пассатижи, пассатижи. Так, здесь 4 у нас руки, да? Ну, погнали. Ну, я так просто экономлю спички. Ну и считайте, у меня в натуре спички почти не тратится. Так, стоять, а почему я туда не пошел? Потому что закрыто с той стороны было. Да. Хотя бы звук сделали нормальным, чтобы я понимал, где наины идут, в какую сторону. Так, раз портфель, два портфель. О. Так, этот переключатель должен что-то активировать, но вы не замечаете никаких изменений. Здесь я могу спрятаться, это неплохо. Так, еще вторые щупальца. Блин, на чай смысла нету. Подожди, 3-3 кабинет. Могу 3-4 проверить сразу. Я понял. Так, здесь я был. Тоже были влево и вниз. Мне нужно в медпункт. Знаете, меня вот немножечко насторожило то, что вот вспомните первую часть, вот чем немножко еще так же первая часть была легкой. Помните, я вас говорил, что обычных врагов был специальный сигнал, когда они атакуют либо появляются.
Так вот, у Чилки тоже была такая херня. Мы когда в комнату какую-то заходили, и она заходила вместе с нами, она начинала сначала орать. А только ж потом она у нас... ну, типа, бежала за нами. А здесь она сразу за нами бежит. На этой двери дополнительный замок. Возможно, сотрудники применили дополнительные меры предосторожности для защиты от химических веществ внутри. Где же учитель ключ хранит? В учительской, блядь, логично. Две восковые фигуры замерли в агрессивном стойке друг напротив друга. Разве это не мисс На, наша школьная медсестра? Стойка мужчины выдает его отчаяние. Кажется, это иностранец. Ко, лбу, прикреплена записка. Ну там просто раздельно ко и лбу, блин. Сексуальное насилие? Ты серьезно? Ты разрушишь нашу репутацию? Ради чего? Я не буду участвовать в этом шантаже. Никто в здравом уме не поверит твоим словам. Просто возмутительно. Джеймс Мод. Это мистер Мод, управляющий его семью, основала школу Сёхва. Вы получили записку. Воссоединение. Я добралась до Сонсин и обнаружила, что большая часть нашего района постигла та же участь, что и весь город. Я продолжала искать, пока не увидела среди обломков и руины наш дом. Он был весь покрыт пылью и пеплом. Но здание, вызывающее выстояло. Входная дверь была приоткрыта, и я вошла, осторожно смотря интерьер. Прошла в старую спальню, которую мы с братом когда-то делали. Он был там, лежал в углу. Комната без сознания, все еще в военной форме. Я посмотрел ему в глаза, но свет в них давно погас. В его руке лежал открытый медальон с той самой фотографией, внутри которой я отправила ему. Скорбь захватила меня, и я упала без сил. Слезы не утихали, пока я не уснула. Понятненько. Так, а теперь вопрос, что я должен делать? Учительская у нас закрыта с помощью этих херовин. Направо еще сбегать, попытаться в комнату охранника сходить. Я что-то нашла. Он в натуре пропал. Кстати, я могу подземную стоянку спуститься? А, нет, не могу. В кладовую могу зайти.
Блин, я не знаю, куда мне идти. Но думаю, оно сюда не войдет, или лучше что безопасно найти. Она на русском сказала: перестань, перестань. Так, я такого мнения, чтобы звякнуть, мне нужно сохраниться. В комнату отдыха учителей как раз там можно сходить посмотреть. Ладно, погнали, сохранимся хоть куда-нибудь и закончим. Фу, блядь. Главное, что она на меня напрыгнула. Ладно, давайте, я думаю, я на этом закончу. Потому что я дальше... Ладно, давайте я позвоню и потом закончим. Шанс. Избегаешь неприятностей, Мина? Отдыха мой праздный. Кажется, она играет со мной. Играет, должно быть, у нее какая-то особая привязанность к тебе. Вообще-то, она моя подруга в реальном мире. С такими друзьями и врагами не нужны, да? Она шутливо сказала, что это было в классе, где мы рассматривали анатомию какого-то парня. Понятия не имею, где это может могло быть. Анатомия. Она использовала довольно точный термин. Слушай, а у вас есть класс с манекенами? Даже подумала об этом. Спасибо за подсказку. Класс с манекенами? Где, блядь, тебе на... Да, нет. Ну, я говорю, типа, в медпункте, по идее, должно быть. Ну, типа кабинет биологии. Ну, он закрыт, а ключ, пароль? Где мне искать? В комнате походил, которые могли бы быть. Учительская закрыта с двух сторон. Ладно, давайте, я думаю, закончим. Следующую серию уже продолжим. Следующую серию запишу уже в следующий раз. На следующий день, короче, завтра. Потому что мне нужно сейчас заниматься. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем... Пока.